Итак, уважаемые друзья, мы вернулись на корт номер 2. Это матч Евгения Филиппова, Россия, и Данила Мороза, Республика Беларусь. Матч. Матч первого круга турнира второй категории ТЕ. Евгений берет подачу. Первый сет выиграл российский спортсмен со счетом 6-4. Во втором Евгений взял свою подачу. На подаче Данила Мороз. Счет второго сета пока что я вам не скажу. Не проходит у Данила первый мяч. Четко Евгений выполнил первый удар с приема. Но со второго удара ошибся. Очко зарабатывает Данила Мороз. Нарезанный удар переходит Данила. Четкий удар Евгения. По месту Евгений кладет мяч и зарабатывает очередное очко. Безупречно разыгранная Евгением комбинация на паузе по месту не оставляет шансов. А в это время чисто со слуха, поверьте мне, друзья, был интересный розыгрыш на корте номер 4 во встрече Геннадия Гробовца и Даниэля Ибрагимова. Геннадий бросил, находясь у сетки, бросил свечку через Даниэля. При этом Даниэль догнал этот мяч, выполнил удар между ног, и Геннадий не смог распорядиться мячом, который был у него на ракетке. В этой же ситуации он, к сожалению, для него ошибся за боковую линию. Такой курьезный был случай. Цепляет мяч линия с внешней стороны. И очко зарабатывает. Данила Мороз. Не проходит у Данилы первый мяч. Видимо, чувствует себя не совсем уверенно. Подсел немножко. Физически первый мяч не проходит. И вторая подача также нет. Очередное очко Евгения Филиппова. Первая подача проходит. Евгений садится подлево. Спокойно, четко кладет подлево. Усиливает. При перекладке по прямой Евгений допускает ошибку. Очко Данилы Мороза. На корте номер 4 со счетом 4-1, видимо, ведет Даниэль Ибрагимов. А может быть, счет уже 5-1. Нет, наверное, все-таки 4-1. Не пробивает Данила Мороз мяч. Сложно выполнить двойную ошибку. Чувствуется, что подсел Данила. Счет меньше на его подаче. Евгений контролирует ситуацию. Данила берет такой передышку небольшую для себя. Подает вторым мячом.
Евгений решает пробить на вылет, но ошибается по ширине сантиметров 5-10. Верное решение, но технически была некая ошибка. В счете ровно подает мороз, пробивает угол. Евгений спокойно на растяжках играет мороз. Евгений на паузе пробивает вновь под правый Даниле и добивается его ошибки. Преимущество в гейме у Евгения Филиппова. Проходит у мороза первая подача. После еще простреливает мороз по прямой. И допускает ошибку. Очевидно, что Данила чувствует себя немножко не в своей тарелке. Вроде бы дошел до мяча, вроде бы все делал верно, но мяч через сетку перебросить не смог. Игровое преимущество Евгения Филиппова присутствует. Евгений взял уже как минимум два гейма во втором сете, а может быть и три. Табло не загорается и не ясно, что тут, как говорится, что со счетом. Либо 2-1 в пользу Евгения, либо 3-0 во втором сете. В это время на корте номер 4 закончился первый сет в матче Геннадия Гробовца Беларусь, и Даниэля Ибрагимова Россия. Победу в первом сете одержал Даниэль Ибрагимов со счетом 6-1. Геннадий взял перерыв между сетами и, видимо, вышел с корта. Да, появилось табло на корте номер 2 со счетом 2-1. Во втором сете ведет Евгений Филиппов на подаче. И он же сейчас Евгений будет подавать. Подачу. Два-один. Евгений ведет. Проходит первая подача Евгения, но мороз принимает на вылет. 0-15. Прямой решает подавать Евгений, ошибается, второй мяч. На вылет пытается пробить мороз, ошибается по длине где-то сантиметров на 50-40. Очевидный аут по 15 на подаче Евгения. Проходит у Евгения первая подача, и Евгений начинает атаку. Вновь срывается мяч у Мороза с ракетки. 30-15. Евгений подает. Не проходит первый мяч у Жени. И двойная ошибка. По 30 на подаче Евгения Филиппова.
Видимо, тоже не очень уверенно чувствует себя Евгений. Многовато брака для спортсмена такого класса. Проходит первая подача. Четко кладет в противоход Евгений. Больше. С короткого мяча Евгений тут же наказывает Данилу. Четко по месту пробивая по прямой. Больше у Евгения на подаче. Проходит первый мяч. Раскладывает веер атаки Женя. Мороз усиливает. Резанный удар. Но это легкая добыча для Жени Филиппова. Более остро нужно играть с короткого мяча. Счет во втором сете 4-1 в пользу Филиппова. А в это время на четвертом корте возвращается Геннадий Горбовец. И сейчас начнется второй сет в матче. Начнется второй сет в матче против Даниэля Ибрагимова, Россия. При счете 1-4 во втором сете подает Данила Мороз. Пробивает Женя на вылет. Верное решение. На таком счете нужно играть желательно с маленьким затратом сил, то есть в один удар. Понимаю, что есть преимущество в 3 гейма. И не тратить особо силы на то, чтобы пытаться. Не проходит у Данилы первый мяч. И двойную ошибку дает Мороз. Не идет первый мяч у Данилы. Видимо, он чувствует себя не совсем уверенно. Может быть, травма его беспокоит, может быть, не совсем здоров. Вторая подача белорусского спортсмена. Двойная ошибка, вновь двойная ошибка. И преимущество Евгения Филиппова в гейме. 15:30 на подаче белорусского спортсмена. Безупречно Мороз вкручивает первую подачу и четко кладет мяч на линию. Ровно. Ровно на подаче Мороза. Можно считать, что это ключевой гейм встречи, который позволит Даниле остаться в матче. Хорошо поставлен у Даниле бэкхенд с двух рук. Он четко пробивает кроссом. И, в принципе, такой плотный удар, который вынуждает Евгения ошибиться. Больше белорусского спортсмена. Первую плоскую пытался подать. Вторая подача. Выкидывает горку. Женя играет косо, еще косее. И вновь ровно на подаче Данилы Мороза. На четвертом корте подает Геннадий Горбовец. Мощный парень. Но вновь допускает ошибку. Нет подачи. Мороз выполняет вторую. Дает двойную. Преимущество Евгения Филиппова на приеме.
безупречная вторая подача по прямой, уходящей. Евгений не дотянулся до мяча. Эйс в исполнении белорусского спортсмена. Не проходит первый мяч. Вторым мячом подает Данила. В общем-то, безупречная подача. Евгений решает усилить, выбирая в противоход, не попадает в площадку. Больше на подаче белорусского спортсмена. Итак, уважаемые друзья, еще раз обращаю внимание, что все права на комментарии к матчу принадлежат Старикову Борису и не допускается копирование или распространение без письменного на то согласия. Мощными ударами идет обмен у юношей. И Евгений ошибается. Гейм берет Данила. И это ключевой гейм. Ключевой гейм. Значит, ключевой гейм. Ключевой гейм. Какой же счет? Ключевой гейм. Интересно. Со счетом 3-2 Евгений Филиппов впереди пока что во втором сете и выходит подавать. Да. Мы пока что прервемся и перейдем к следующему кусочку.